Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Участники на поляне считают, что Кириллу Щетинину на самом деле не нравится Ольга Рапунцель, просто с ней очень выгодно быть на проекте. А нравится же парню Таня Мусульбес. Как вы помните, мама Лилии Читрару недовольна избранником своей дочери. Но после того, как Сергей Захарьяш подарил будущей теще шубу, мама Лилии сменила гнев на милость и поверила, что парень может измениться. Лиза Триандафилиди вернулась в Москву. Она публикует новые фотографии. Дима Талыбов рассказал, что уже расстался с Сашей Гозиас. Оказывается, ей не нужны серьезные отношения, Талыбов ее интересовал только лишь ради удовольствия. У Кати Кузнецовой новый образ. «Как вам новое я?» – спрашивает она подписчиков. Мэри Кулешова пишет о том, что влюбляется в Саймона Марданшина. «Он обнимает меня 24 часа в сутки, а мне все равно мало», – пишет девушка. Правда, ей не понравилось, как парень ее встретил на острове любви. Он был в кокошнике и с пирогом из песка. Алексей Чайчиц получил новую работу. Он стал лицом одного из самых известных телефонов, который только вышел на рынок. В сети ходят слухи о том, что Юлии Ефременковой удалось подсидеть Ксению Бородину. Она стала вести шоу «Сплетницы», бессменной ведущей которой как раз и была Ксюша. В сети поползли слухи об увольнении Бородиной с канала ТНТ и о том, что Юлии помогает влиятельный спонсор телестройки. По интернету разлетелось фото накладного живота, который купила Ольга Рапунцель. Теперь никто не сомневается, что беременность – это всего лишь плод ее больного воображения. Точно такую же накладку видно на снимке, где Рапунцель демонстрирует свой якобы беременный животик. А докопаться до правды помогли фото Ольги до мнимой беременности, где еще недавно в районе пупка у нее было очень много родинок, а теперь от них не осталось и следа. У Димы Дмитренко все хорошо за периметром, он публикует фото с недавних съемок. Как вы помните, недавно Ольга Бузова побывала на встрече с Сарой Джессикой Паркер. Она подарила звезде свой дебютный альбом. Как стало известно, Сара почти сразу же передарила альбом Бузовой другой своей поклоннице. Антифанаты Бузовой смеются над этой ситуацией. В Ярославле состоялся концерт Ольги, во время которого Саша Задойнов и Надя Ермакова провели кастинг для желающих попасть на Дом-2. В сети появился снимок Бузовой без макияжа. На нем она выглядит почти неузнаваемо. Лиза Полыгалова была вынуждена сделать повторную мамопластику, ведь после первой операции по увеличению груди у нее была асимметрия. Объем новой груди Лизы 450 мл. Ксения Бородина публикует фотографии младшей дочери. Подписчиков восхитила красота девочки и ее ярко-голубые глаза. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.